тушению пожара подключилась авиация МЧС России. В поселке Тарки-Агачел уже второй день горит сухая трава. Огонь охватил и мусорную свалку. Пожар охватил в общей сложности площадь более 40 гектаров, уничтожая на своем пути всю растительность. Тушение пожара осложняется трудодоступной местностью. Также для тушения пожара задействована авиация МЧС России с применением водосливного устройства. Всего осуществлено 9 сбросов. Основная причина возгорания – халатность человека, считают в МЧС региона. Помимо этого, аномальная жара вызвала чрезвычайную пожароопасность, когда самого малого очага достаточно, чтобы разгорелся большой огонь. В гидрометцентре сообщили, что температура будет подниматься до 42 градусов тепла и продержится на высоком уровне вплоть до 9 июля. Июль – середине месяц лета, оно в Дагестане всегда было жаркой. Оно у нас уже так уже жаркая погода, температура поднималась до 33-34, но в ближайшие дни, буквально завтра, послезавтра, три дня, будет максимально высокая температура. В северных низменных районах до 42 градусов поднимется, в приморской зоне до 38, в предгорных районах до 40. МЧС призывает не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Почти все случаи возникновения лесных пожаров, отмечают спасатели, происходят из-за неосторожного обращения граждан с огнем в лесу. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.